Мы возвращаемся к теме подготовки ко Дню Победы. Сегодня в небе над Москвой прошла первая репетиция воздушной части парада. В небо поднялись истребители, штурмовики, бомбардировщики, транспортные самолеты, вертолеты. 71 машина по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Асы из пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» построили в воздухе знаменитый кубинский бриллиант. Полет проходил на низких высотах от 150 до 500 метров. А через 20 минут в центре столицы начнется тренировка пеших расчетов и механизированных колонн. Напомню, генеральная репетиция состоится в Москве днем, 7 мая.